«Лада Калина» снесла Nissan Note на пересечении улиц Восстания и Восход. Иномарка стояла на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора, тогда как отечественная машина ехала сзади. От удара Nissan отбросила на несколько метров вперед. Задать интересующие вопросы предполагаемому виновнику аварии автоледи не успела. Автомобилист после столкновения бросил свою машину и скрылся в неизвестном направлении. Что было дальше, расскажет Илья Хайрудинова. Скорее всего, пьяный, а что раз убежал? Трезвый был бы на месте, был сидел. Эти слова относятся к водителю «Лада Калина», который сразу после аварии бросил свою машину и скрылся в неизвестном направлении. До этого автомобилист на приличной скорости въехал в Nissan Note, стоящий на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора. В результате удара легковушку откинуло на несколько метров вперед. Автоледи, сидевшая за рулем иномарки, даже не успела увидеть предполагаемого виновника происшествия. Пьяный, не пьяный, как это? Позже к девушке приехал ее родственник. Мужчина предположил, что водитель «Лады» может был бы и рад скрыться с места происшествия на своей машине. Вот только после удара она потеряла возможность двигаться своим ходом. А там морг, смотри, нет ничего. Почему он маску видать? То, что автомобилист бросил свою машину в спешке, было видно невооруженным глазом. В салоне лежал телефон, а возле «Лады» бутылка спиртного. Теперь инспекторам предстоит установить водителя и определить степень его ответственности. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.